Идемте, хилы, тут есть там танки тащите. Плащик на оф. Че, Алдаран опять ставишься? Не знаю. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Хотя, в принципе, Войда можно в хила, он шип криднул, хотя и лем есть. Кот не порешает сейчас на этом, на вальке-то. Потом же можно разрывать трэш про. Будем бить звезду потом. Он же там не толпится, как вурдалаки на луча. В звездочку все играем. Мобы сейчас поменяются местами, перейдете вправо потом. Так, сагрили лишний трэш. Все в фружок играем. Можно притянуть хваткой кружок. Давайте кружок играем. Кружок призывает трэш. Остальное трэш добьем потом. Значит так, два протопала танчит трэш наверху, ты, олигарх, тянешь хваткой смерти сначала звезду, потом кружок, потом ромбик. Протопала, давайте вперед. Точечно играем звездочку, никто не бьет остальной трэш. Кружок уже можно тянуть. Давайте кружок теперь. Ромбик. Так, убьем сестру Свална, там спекаемся в хилов. У кого, кстати, хилы есть плюсик? У меня. Глупый кролик, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного. Спекаемтесь все тогда. И все пойдете вальку хилить. Да, на 7 лет осталось 3 гильдии, которые ходят в 25 гер. Это все три наши, что ли? Ну да, ну ты и северный. Давайте рыбу ставим. Звездочку будем летать. Я, Триси, Длинноухий, Мырки-Фырки, Лизни-Тотем. Келевали. Кидай на кого-то другого, я на рейде, походу. Есть рыба? Кто-то рыбу ставил.
Перепятствуем. Дубов достал. Буду тебя хилить. Да мне не надо это. Короче, без рыбы, так без рыбы. А вот рыба. 20 секунд кушаем и идет чек на пул. Там БДК слева, протопол справа, или как там вам удобно, разбирайтесь. Гулливерка, диспель, болезни с района. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Давление справа. Давайте справа будем собирать порталы. Не забудьте этот Трисе поставить ауру воина света. Это многовато тут людей, я смотрю. Слева будем собирать. Так, еще в одни порталы, наверное, да, надо зайти. Да давай рост захилим и так. Хорошо, давайте. Так что нет. Да, уже без роста. Бери переднюю, Олег. Который ближе. Тоже хили и так, короче. Ну, рост КД, поэтому... Давайте в порталы зайдем лучше. Порталы как раз открылись. КД закончилось. Теперь у меня дух КД на следующих кварталах ждать. Да, можно было и так захитить. Ладно. Лишних 15 секунд роста. Спикайтесь все в ДД обратно. Похили. Не, спикайся, ДД подамажишь. Потом посмотрим, кого можно спикнуть на синдру. Отойду, случайно. Пойду покурю. Плюс. Шея на танка кому-то надо. Ну все, я умираю. Эй.
Был пацан, Через 52 секунды только встану, капец. Ладно, поставьте шкаф там, присмотрите меня, сейчас я резнусь. Что, не резнуло, что ли? Не, надо ждать минуту. Андрей в ДД быть? Успегнись пока в ДД. Трэш побьем. Потом успегнитесь обратно в хилов. Быстрее убьем трэш, тем лучше. Давайте шкаф, смоните меня и... Я говорю, я курить пошел. Трэш пить. Ну оставайся тогда в хиле. Леголас тащи трэш с Индры. Гнев небес даем, кольцо льда. Поднимайте мага. Подходите уже, добили трэш. Четыре хила будем хилить. Хапал, Варшам, АДЦ. У вас хапала нету. А Трися будет хапал. Присты будут бить взрывом разума. Был баф на Альпериген. Да, покашил сам, а выйти дал вот. Хочешь одну взлетку? Наверное.
Че, кто хочет поспорить, что сдёт, где будет? Если я проиграю, вам 10 килограмм абрикоса вышлю. Ну да, если мы там бить, то будет 2 взлетки. Это правильно. Надо их куда-то запахать. 2 по-любому будут. Ну, 4 хила идем. Понял, даже когда я саранчу резаю, блять, промах фером по мне, блять, идет. Понял, блядь? Нихуя тебе повезло вообще, блядь. Ты видел, как тебя пожилая сова резала? Приготовьтесь захиливать ход, и тебе уже. А, лучше штрудель похаваю. Какие штрудели, ходы на себя и на всю свою пати раскидывали. Я не умею. СС раскидывали локи? Ракшас СС на Войда, он летает на Альдерана. Есть рыба? У меня эти, я тут пахну. Нет. Я пахну, ладно. Рыба есть? Ладно, не надо рыбу, сейчас так. Вон рыба стоит. Поменяй лут. Как это, блядь, не бафал никогда, не понимаешь? Нету угрядил. Да. Зачем она надо вообще? Блин, она не идет на ДК вообще никак. С этого вещь покупаешь и все. Так, чек на пул. Так, шас. Все, запускаем. Ну, опасно. На пульте на БДК. Не хлопайте, у нас 2 хила освобожденка, вообще 4 только хилят. Что? Чешки нет. Сейчас будет притяжка. Выжимайся, БДК. Побежали. Нет, вперед. Щиты на метке. Прячемся. Сзади, справа, быстрее оббежали. Быстрее оббежали. Бля, пиздец. Утроп словишь, босс. Кому поднять его? Поднимай ты его. Сзади падает по центру, оббежали. Оббежали заново, справа падает. Играем в центральные глыбы. Бафайте ДК. После притяги дам рост. Играйте в босса, прижимайтесь. Тяжко. Беги, малышка, беги! Если никто не сдохнет. Давайте, прижимайтесь. Если что, захилю.
все метки под босса несем. Им на хп по команде. Ваня, давай 10 килограмм абрикосов. Под босса метку несем, тихо. Под босса ни в чем, милики отошли в РДД зону. Сливаем метку. Пельпец, давай гимноману. Потом на хп дашь. Сукин сын. Под боссом Морден. Милики отошли. Беги, малыш, беги. В смысле притяги, сольете метку. Сливайте метку. Под боссом метку. Отошли милики. Два склепа, быстрее бейте склеп. Под босса следующую метку. Сторожила под босса. Отошли милики. Новая под босса. Прожми сакру. Норка, спой гимн на хп. БДК, прожми незыблемость. Слятинка под босса. Милики отошли. У меня 3 стака уже. Тяжко. Не бить метку, не бить метку. Притяжка. Блин, конец, слятинка. Под босса последнюю метку. Ой, лол. Ой-ой-ой. Блядь, хуй знает. Вы все, что ли, в склепах? Вы что? Добивайте. Есть? Добьете босса? Нет, нихуя тут не добью. Падайте быстрее, пока мы в склепах не умерли. Падайте, падайте. Как? Я не знаю, я не видел, блядь, на ком. Гулливерки, она не выбежала. На гулливерке. Так а вы-то что стояли там? Кто стоял? Мы убежали. Ну, блядь, убежала. Я, блядь, еще 2 человека или 3. А 20 человек стояли, блядь. Мне вообще шоке с вас. Если тормоз не выходит, остальные тормоза стоят за рейте с веткой. Я что-то задумался, блин. Да не надо задумываться. Ну, вообще не видел. У меня освобожденка висела, как и стоял, смотрел по сторонам. Да, нету солгу Ливерка. Дебафы мы не смотрим. А Багельфа за что ГП простит? Омораживается на второй фазе. А, ну тогда и БДК. Чё БДК? Ну сдох же на этом. От удара этого. Стоп. Я и забыл. Вспомнил такой. Давайте. Кокер, подходи, мы бафаемся заново. Да. Фулбах по рейду.
все то же самое делаем. Чек на баф. Кресты раздать. Багельф, раздавай кресты. Подожди еще. Только в рейде с меткой не стойте. Ну я один раз не увидел и не сказал ваши проблемы. Забей, 20 человек тоже заморозилось. Молодцы. Кто это сделал? Я сейчас вайпнемся. СНКД, я так понял, да? Да, конечно. ВР только Алдеран есть. И тяжко смотрим. У меня 3 минуты еще к нам. Беги, малыш! Убежали. Алдеран, подымай ханта. Баф эти ханта. Не метка. Смотрите сами за метками. Слева по центру. Между скрепами близко. Смотри, пожилая сова. Не бейте центральные, бейте с крайние, с правой стороны возле скрепов. Бейте дальние. В центре возле скрепов. Все разбивайте. Ну, давайте не протопите сейчас. Два шамана освобожденка, бейте босса. Ты длинноухи, кастуй цепуху в миликов один раз в 3 секунды. Конкокер, прожми незыблемость, антимагию. Беги, малышка, беги! Бежали. Далеко бежим. Давайте, можно больше дамаги босса. Нет! Абрикосы превращаются в курагу, блядь. Вот, под... я славил босса, метки вперед. Ну вот, 1.5 минуты. По центру падает, левее отошли. Сколько БР, КД будет? 15. Слева падает, побежали. Там же падает слева. Блядь. Давайте метки. Под босса метки все. Немножко не хватило. Кокер под босса, милики отошли. Прихила освобожденка. Сливайте метку быстро. Труп, БДК меня босс протопало. Мэрки, давай гимн от под босса, мэрки. Гулливерка, гимн от хил пой. Метку не бить. Ух ты ж, бля. Гимн дает 4 стака. Давайте метку. На мне метка. Милики, ждите.
Киньте танков, сливайте метку быстрее. Под босса сторожила. Я сейчас захилюсь. Ты внухи можешь не хилить. Метку слить. Два раза под босса. Милики отошли. Блять, я пизда еба. Норка гимна отхил. Следующий под босса. Тяжко будет. Милики отошли. Переживайте. Притяжку и убивайте босса. Спасибо, что разбили. Зато я не умер. Следующую в сторону. Олег, а за что ты мне дал 500 кп? Ты хлопнул в рейде, не послушал команду РЛа. В следующий раз будет 1000. Что я хлопнул в рейде? Ты вышел в рейда, настакал магию, хлопнул. 5 штук. 5 штук я вышел выносить их. Выбежал еще со мной 2 мага. И одновременно хлопнули, из-за этого я умер. На твои проблемы. Кольцо на холли пристала, да. В следующий раз не будешь стакать. Это наука на будущее. На офспек кольцо надо. На ДЦ колечко тоже же найдет. Нет, на ДЦ там скорость. Блять, нахрен я его срулил себе. Опа, опять выкинуло походу. Так, вот 2 хила. Не захилим мы здесь в 3. Холик оставаться. Не, Бретрика. Защитник кому-то надо. Так, лень, станешь кружок. Дран, спекайся в кота, будешь станить ромбик. Утроп трусы. ДК, наверное, который БДК первый раз с нами. Я знаю. Ты когда босса ловишь, разворачивай его вот, мордой к РДД. Покажу, с жопой кат. Ну ладно, сам. БДК, сейчас, подожди. Так, БДК, на первой фазе твоя задача будет танчить у босса лицом к РДД зоне. Посмотри внимательно на метку, видишь, звездочка как стоит. Вот так ты танчишь босса лицом к РДД зоне. А, да, надо чекнуть. БДК, ты тут? Да, что, блядь, все как-то не по-русски, нахуй, по-другому. Ну, это делается для того, чтобы ловушка кидалась на меликов отдельно и на БДК тоже отдельно, чтобы мелики потом, когда проходят, попали в ловушку БДК. То есть, если на тебя кидается ловушка, ты просто вот так в сторону убегаешь и танчишь дальше. Миликам удобно, чтобы не попасть в ловушку. Это все изменения. Все изменения в целом. Это понятно. На второй фазе будешь ставить еще так, чтобы звезда смотрела ему в спину. Если кого-то хватает у Вальки, ты ведешь лича за Вальками. Что там еще надо было сказать? Все вроде бы. Не, про БДК. Смотри, осквернение может кинуться на тебя тоже, так что ты выбегай, не тупи. Чек на пол, Стан и говорил. Прожимайся, когда на тебе жнец проходит. Все остальные станы по команде. Погнали. Ледяную скорбь и сдаться.
На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Первый СС на после первой фазы Ракшас кидаешь на БДК. Десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. А будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Милики, ловушку перебежали. БДК тоже на тебе, там ловушка, смотри. РДДР здесь густали, чему будем наносить сейчас? Клинухи. Смотрим следующую ловушку. Милики, ловушка, перебежали, РДД стоял в звездочке. Сюда проходим. Звезду, не влево. Так, инеры можно на звезде залить. Милики, ловушка, перебежали, РДД в звезду встали. Будем чему сейчас выносить. Динухи, хиль танков, хорошо. Оббежали в кружок РДД. Милики, стойте. Так. Второй шаркарь вылазит, забирай. Ловушка 3 секунды. Протопа ловушка, переходим все. Милики, осторожно, выносим чуму. УВВ, выноси чуму. Милики, ловушка, проводите трэш, проводи трэш БДК, проводи лича. В кружок веди лича. Куда ты ведешь лича? Посмотри, где трэш. РДД-зону веди. Кружок видишь где? РДД-зона. Поздно уже. РДД перебежали, все на край. Повезло. Господи. Лепец гимноману. Ставлю тотем, лови духа. Где дух? О, господи. Ладно, с этой стороны так с этой. Рейндж набрали все. Дистанцию набрали. Престы и шары уничтожить. Оливерка, давай еще один гимноману. Второго духа бьем. Блин, забыл сказать. Локи, кидайте проклятие косноязычие на лича. Последний дух. Шарик добить, шарик добить. Все. Смотри, где звездочка стоит, там и ставь лича. Не там, а чтобы звездочка смотрела в спину личу. Ставь звездочку. Прожимайся хорошенько. Даже не если тебе. Звезду встали, кружок лень, ромб Альдеран, трусы утроп. Хиль олигарха, длинухи, волной исцеления, два хила. Играйте кружок, ромб, через кружок играем. Осквернение 3 секунды, филипец. Я в трусах. Добейте трусы, ромб, трусы теперь, быстрее. Бля, два хила схватило, почему вы так медленно бьете валик? Ставили чё в центр, как ставил на первых вальках. Теперь те же самые станы. Осквернение выносим в первому осквернению вправо. Весь рейд смещается к порталу, либо налево от лича. Сжимайся, олигарх. Все, выбежали влево. Выбежали, смотрим осквернение.
Олигарх, на тебя, отбегай. Отбегай только недалеко от хилов. Играйте трусы ромб. Кто в кружочке? Кружок тоже попытайтесь добить. Трусы добейте. Осквернение сейчас на рейнже. Все вышли на рейндж. Все на рейндж. Так, Трися, станешь ромб. Багель, встанешь ромб. Давайте все в звездочку. Звезду встали. В центр лича поставь, где звезда. О, господи. Играйте, Валик. Ромб играй. Ромб трусы. Ромбики. Веди лича за ромбом, за трусами. Трусы надо слить. Трусы играем. Там маленько. Трусы 300 тысяч. Где блинк? Отбежали. Веди в центр лича. Становимся как на первых валик. Хант, разольешь каток под вальки. Под ДК с лужами. Упал. Трися, станешь ромб. Так, инеры, заливайте звезде. Веди лича за вальками. Все вальки играем. В трусах дерево. Трусы играем. Через кружок играем в трусы. Кружок добить, трусы теперь. Быстрее в трусы. Ромб давайте, попробуйте добить. Отлично, застанили ромб. Все. Возле звездочки кучкуемся, 2% до переходки. Лича веди на край. Скрепнение. И на край. На край лича, куда ты в центр его ведешь? В звезду встали. На край сейчас переходка. Все на край. Да. Не надо ничего давать. Норка, поешь гимноману. Кто еще? Кого еще из гимноману? Есть. 85 секунд. Споешь через 19 секунд, тотем как раз откадешится. Бейте кружок, пристыграйте в сферке. Трой дух. Все, играйте во второго духа. Квадрат. Все, пой гимномана. Ставлю тотем. Агро на духе. Кружочек играю. Природную стремительность отдай. Игру сорвали. Вы хотите вайпнуться тут? Добейте кружок. Дотайте лича. На пульте второго последнего духа на БДК. Кружок добейте. Входим все в звездочки. Звездопада нет. Кресты и сушением духов играем. Я отдаю чешку. Пошли за мной. Выйдем с комнаты, лички нет осквернения. Олигарх, старайся отвести лича к этим духам, подождать, пока личка станет мелких духов, и вести на другой край. На край веди лича сейчас, на край веди лича. Отлично. Играйте все в квадрат. Потом лича ведешь к трону сейчас. Играем все в духов. Олег Гимни появился. Не надо лучше. Уводи лича к трону. Духи сейчас спустятся. Все уходим к трону. Пизда, Рерика. Осквернение. Выносим к трону, не к духам. Тут троп. Ничего страшного. Пройдись по осквернению.
теперь ведешь лича к порталу. Уже сейчас. Только не спиной веди его. Тут, мне кажется, ты спиной его тащишь. Сейчас будет комната. Убираемся звездочки. Вы пришли, чтобы вершить суд над Артасом. Побежали. Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Сейчас мы выйдем с комнаты, духи полетят на нас. Ориентируемся на звездочку. Мы будем смещаться к порталу. Вот еще осквернение, кажется. Так, стоим здесь. Бомба впереди. Всё, выходим. Идем к звездочке. Осквернение летаем. К звездочке идем. Никто не бьет лича. Отходим от духов. Прячемся за лича. Все, иди лича к трону теперь опять. Так, в принципе, по кругу. Можешь спеть гимн, филиппец. Сейчас бегу. Осквернение 2 секунды. Мили зона осквернения. Последняя комната. Потом будем смещаться к порталу. Давайте звездочку все. Стоим до конца здесь. Кто за хитрец? Можешь сакру дать. Портал идем, добиваем лича. Духи спускаются, убежали от духа. Все, убили лича. Почти идеальный рейд был, кроме Синдры. Положились. Я знаю. Час 49 с полуребра, час 50. Если бы не упали, то быстрее было бы. Да. Синдры, да, и было бы минус лишний. Синдра 8 минут, плюс 1,5 минуты взлетки, 9,5. Выходит, это сколько? За час 40 можно было убить. Фу, инст. Рекорд вроде как час 42. Час 36, по-моему, рекорд. Помню такого. Я тоже только час 42 помню. У Валеры спросите, он там точнее знает. Ну я не знаю, я не записываю, просто в котором я был, я помню час 42. Это когда было, бля? В прошлом году, что ли? 17-го? Когда? Это когда, наверное, еще трэш был. Маникен. Исцеление поглощения 9700, но уже лучше. Смотри, как я буду воскрешать их и на бафы на ходу и разрыв на ходу. Та минута на каждого босса. 12 боссов это уже 12 минут. Гулливерка.
Поставляй камни на СПД, будешь больше абсорбить. А сколько хосты там надо ДЦ? Нужно просто собрать софткап, чтобы для КД щита было 1 секунда. А сколько софткап там? Дай мне силу. 100 с чем-то. Это с талантом каким-то? Нет. Это для всех классов, кажется. Чтобы был ГКД, чтобы просто ты юзаешь скиллы, и он под глобальный откат был 1 секунда. Вроде как 1270 убирает за секунду. И таланты почитай. Ну я не говорю, талант какой-то у ДЦ там есть. На щит. Глобальное КД. 1 секунда. Был, надо 535, по-моему. Нет, там вроде меньше. Ну там точно было 500 с чем-то. Больше смысл для ДЦ хосты не вижу. Поставь еще колье с тухлого, пояс, кольцо можно поменять, ну хотя ладно, 30 СПД. Это выходит Гулливер, у тебя нету 4 ТД-10. Понятно. Покупай штаны. Покупай штаны с этого. Наконец-то, блин. Лора. Давай, надо не кану, отдавай танк. Клятва. Завоевать. Наконец-то упал. Тут ты нутро больше, да? Да, нет уже. Короче, в рейде у ДЦ при 153 хосты достаточно. Ну, ничего себе. Поэтому можно вообще, ну, не спариться о хосте. У него предпоследний талант дает 25%, и в середине ветки 6%. А 500, вот эта фигня, 500, это набирается для других классов, чтобы было ГКД 1 секунда? Ну, я не знаю насчет 500. У друида вроде у СВ 400. У 500, у кого не знаю даже. Гулливерка, купи четвертую шмотку с этого. Она дает бонус 5% к твоему щиту. Почему ты бегаешь такими вещами? Каждый раз фармим 24 льда. Все, вроде раздал вещи. Че, грязочку сейчас? Кольцо с принцом? Да, сейчас я дам кольцо, держи.